Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, то, что вы мечетесь меж двумя, как мне кажется, крайностями, между двумя элементами, да? Вот, это элемент того, что вы хотите кем-то стать, и элемент ответственности, что вы не можете рисковать, вы не можете там что-то делать, потому что, ну, грубо говоря, там, у вас семья и кредит, как вы говорите. Вот. Как бы почему-то получается так, что одно исключает другое. Вот ну, почему-то. Почему-то так получается. Я бы хотел вас спросить, почему так получается? Почему у вас одно исключает другое? То есть почему личностное развитие, личностный рост как бы невозможен по-вашему? Значит, если у вас есть семья, например, там, вот, вот как это у вас работает, как это у вас получается, такая вот позиция, как вы к ней, к этой позиции пришли. Было бы интересно, очень интересно было бы это поисследовать. А следующее, на что хотел бы обратить ваше внимание. Вы говорите, что не знаете, как развивать свои навыки. Вы говорите об этом, о том, что вот, не знаете, как вам раскрывать свои навыки. Вот, но мой как бы ответ вам здесь будет скорее про то, чем вы хотите заниматься по большому счету. То есть что вы хотите делать, что вам нравится делать, и чего бы вы хотели там условно достичь, например. Вот, чем бы вы хотели просто заниматься. Потому что такое ощущение у меня, возникает такое ощущение, что вы не готовы заниматься чем-то, ну, там, условно, на постоянной основе, да, не готовы заниматься чем-то. Ведь это очень такой важный момент, потому что когда человек занимается чем-то, он мало когда знает, что у него получится и как у него это получится. Вот. Ну, то есть, получится ли у него
Если да, то как это, как получится. Вот. Человек, которого знает, как правило, редко, как правило, человек вообще этого не знает. Вот. И, соответственно, вы так получается, да, что к этому не готовы. Вот. То есть тут тоже есть элемент такой, что вы себе требуете ну, определенность какой-то, да, вот, при том, что, ну, очевидно, что стабильность вас напрягает, и вы не можете там, ну, вы устаете от однообразия, то есть вам хочется, ну, хочется развития какого-то, хочется заниматься чем-то. Это нормально, кстати. Абсолютно. Вот. И вот получается такое противоречие, что с одной стороны вроде бы вы хотите чем-то заниматься и думаете, кем бы я могла стать, чем бы я могла заниматься с одной стороны. Вот. А с другой стороны вы говорите, так нет, 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 я не могу, потому что как же я там словно буду что-то, ну, как я буду что-то делать, да, если там, ну, грубо говоря, у меня семья и так далее. То есть, ну вот, момент в том и заключается, что вам нужно сделать выбор. Вот, это не всегда легко, это не всегда просто, но выбор делать вам, мне кажется, необходимо. Вот. То есть, вы делаете выбор свой, вот, и вы дальше уже двигаетесь в сторону того, насколько вам комфортно, да, то есть, ну, насколько, как вам комфортно действовать. То есть, ну, в том или ином моменте, да, в том или ином аспекте и так далее. Вот. То есть, это, ну, мне кажется, в первую очередь, важно умение себя слышать непосредственно свои желания, непосредственно то, что вам нужно, да? Вот. И совмещать это с, ну, например, с важностью своей семьи. Вот. Что-то у вас, что-то у вас, может быть, или у вас, не знаю, продиктовано страхом. Конечно, ну, какие-то вещи продиктованы страхом. И это, в принципе, наверное, нормально. Со страхами можно и нужно поработать, потому что вам это мешает. Вот.
дает ощущение, такое вот нехорошее ощущение, что вы, ну, не свободны. Например. А дальше уже нужно, там нужно выбрать, что делать дальше. Ну, то есть смотреть, как вести себя, как вы хотите себя вести. И так далее. Понимаете, да? Ну, я надеюсь. А вот. Момент этот. Момент этот важен, потому что напрямую зависит от. От этого напрямую зависит то, как вы будете дальше себя чувствовать. Вот. Поэтому обратите на это внимание. Ну, конечно, я бы сказал, что работа с личными границами не помешает, потому что, на мой взгляд, вам очень сложно, очень сложно вам, значит, отграничить себя от своих, ну, от своих родных, от своих вот, близких. Вот, и как бы так вот не получилось бы. Вот. Что потом вы, например, будете обвинять своих же родных в том, что, ну, вы не смогли чего-то добиться. Вот. Не смогли чего-то достичь, не смогли чего-то, ну, к чему-то там прийти, грубо говоря. Вот. Ведь это очень важно. Для вас. Понимаете, да? Вот. Поэтому учиться слушать себя, учиться слышать себя, учиться чувствовать определенные границы этого, того, что вы слышите в себе. Как мне кажется, это важно. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. И дальше уже вы, я думаю, могли бы решить, как вам действовать, что делать. Ну, дальше я имею в виду. Вот. Вот примерно. Такой ответ я мог бы вам дать. С точки зрения. Психологии, с точки зрения психотерапии. Дальше уже, мне кажется, нужно с вами
общаться, нужно с вами работать, чтобы, ну, давать вам какую-то вот, какую-то обратную связь, ну, чтобы давать вам именно вот помощь, чтобы иметь возможность вам помочь. Я бы так сказал. Вот. Вот примерно, наверное, в таком ключе я хотел бы вам ответить сейчас. Мне очень жаль, но очень жаль, что вы ну, оказались в вот такой ситуации для себя тяжелый, и уже 5 лет вы находитесь в этом, еще 5 лет вы находитесь в таком подвешенном состоянии. Вот, это очень печально, и, конечно, вам хочется помочь, конечно, вам хочется, ну, хочется оказать вам помощь, вот. Главное, наверное, чтобы вы позволили нам это сделать, главное, чтобы вы позволили вам эту самую помощь оказать, вот, и тогда у вас все будет в порядке. Ну и понятно, что некоторые решения, понятно, что вам нужно будет принимать решения неудобные, вот, это, я надеюсь, понятно тоже, вот, то есть, ну, что я имею в виду, да, неудобное решение, это значит, что кто-то будет недоволен, скорее всего. То есть это вот вообще нормально абсолютно. Кто-то будет недоволен тем, как вы, ну, грубо говоря, действуете. Вот. Поэтому не думайте, что получится всем угодить, вот, всем угодить невозможно, вот, нереально, всем угодить нереально. Поэтому я надеюсь, что на это тратится свое время, свои силы, свою энергию вы не будете. Вот. Значит, последнее, что хочу сказать, это то, чтобы вы не пытались, вот, знаете, ну, вот в своих суждениях, вот в том, что вы говорите, да, оперировать крайностями. Вот мне кажется, что вы склонны крайностям, то есть либо я реализуюсь, но полностью забиваю на семью, например, говорите вы, вот, либо я все для семьи, но забиваю на себя, то есть вот как-то вот, ну, как-то вот такое. Мне кажется, что это, ну, не совсем реально то, что вы, ну, то, что происходит. Мне кажется, что в жизни, именно в жизни, крайности это маловато. Жизнь из примеров стоит, вам, мне кажется,
Очень желательно научиться чувствовать этот самый полимер. Вот. И тогда все станет, ну, с одной стороны, проще, с другой стороны, чем-то может быть. Будет сложнее, но по крайней мере вы увидите для себя выход. Сейчас вот вы его не видите, а тогда выход для себя вы увидите. Ну, потому что это будет довольно очевидно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Хочется пожелать вам удачи, хочется пожелать вам успехов, вот, обращайтесь на терапию и разберетесь в себе. Всего самого доброго.